Чё тут, Олег? Все работает? В чем у нас тут причина? Тросик поломки. Один. Тросик один, замените все. Который? Вот на скоростной рычаг. Вот этот вот? Вот он вовнутрь вставляется. Длинный трос. А как же ты его там будешь вовнутрь вставлять? А он вставляется, а потом мне вот сюда его надо. Он прождевается. Чтобы переталкивать цепи. Всего-навсего трос? И всего, да. Ну давай искать, где они там, тросы эти вообще. У кого спрашивать, где продаются? Да в магазине где. В автозапчастях они есть. Узнавай. В нюансе тоже есть. Так все. Трос поставил, садись и езжай. Надо что-то думать, что же он стоит-то, Олег. Правильно? Одну снял, надо еще одну поставить. Такую. Зеркало? Да, зеркало и ветровичок вот такой вот. На него еще. Ветровичочек? Есть. Обтекатель? Да. Будет бомба. Вот так вот. А это Санин, да? Угу. Ну, у него тоже цепь натяжитель. Вот, видишь? Надо ставить. Что-то у вас у всех цепи натяжители. Да он про... наебывается. А там вот у них болезнь, вот этот пластмасс. Вот этот у них болезнь. Стирается. Тут металлический вид. Найди шестеренку вот такой вот. Цепь натяжитель. Ага. Вот тот, да, еще походит. Тормоза. Все, сделал. Нашел эту тросику, нашел тут вот был. Спрятали. Тормозной? Да. Ништяк. Осталась одна, да? Да, один остался. Одна проблема, тросик. И ну все. Ничего. Что Бог не делает, все к лучшему. Что же вы заквасили, да, мясо, Олег? Да, все. Замочили? Ну, вечерком будем поджарить. Сейчас жарко куда. Ну да. Жара такая куда. Помидорки, смотрю, скоро пойдут. Да. У нас уже есть. Вон арбузы, дыни растут. Арбузики, дыники? Да. А это не огурцы? Нет. Какие же огурцы? Вот, вот эти дыни, а вот арбузы. А, арбузы вижу. Вот они. И вон еще арбузы. Арбузики везде у вас, да, Олег? О. Тоже дыньки, арбузики.